Всего за время проведения специальной военной операции из регионального ресурсного центра волонтеров Подмосковья, который находится в Балашихе, было отправлено более 130 тонн гуманитарного груза. Это и груз для беженцев, и также сейчас для наших мобилизованных, для военнослужащих, которые находятся в зоне проведения СВО. На сегодня мы отправляем, если можно так сказать, особо ценные, скажем так, подарки. Сегодня наш волонтер, который является женой мобилизованного, которая не так давно стала волонтером Подмосковья, примкнула к нашим дружным рядам. Она едет к своему супругу в зону проведения СВО, и в честь 23 февраля она везет подарки и для своего супруга, а также для наших мобилизованных, которые из Балашихи также находятся вместе с ним. Везем палатки, везем генератор дизельный, он у них в дефиците, потому что там бензиновые генераторы не очень актуальны. Ну и, соответственно, вещи первой необходимости, перчатки, белье, продукты питания, медицина. Хочу внести свою лепту, хочу увидеть супруга, потому что он тоже находится там, вот, пообнимать, поцеловать, вот, ну и, соответственно, вручить самой лично груз от нас, от балашихинцев.